Да. Мне говорили. Да. Меня предупредили, что надо. Когда? И в конце попрощаться. Добрый день, уважаемые участники. Рада приветствовать вас на нашем интерактивном уроке. Меня зовут Виктория Александровна. Я специалист здорового образа жизни. И сегодня я с вами хочу поговорить о туберкулезе и мерах его профилактики. С 24 февраля по 24 марта 2017 года в регионах республики проводится месячник по профилактике туберкулеза, приуроченный Всемирному дню борьбы с туберкулезом 24 марта. Туберкулез – одна из старейших напастей, известных человечеству. На Руси ее назвали сухотной болезнью, а позднее – чахоткой. В Древней Греции недуг прославился под именем фтизис, что означает истощение. От этого слова и происходит современное название медицинской отрасли, изучающей проблемы туберкулеза – фтизиатрии. А доктор, специализирующий на лечении туберкулезных больных, известен всем как фтизиатр. Несмотря на выдающиеся успехи современной науки в области разработки диагностических средств, предупреждения эпидемии и лечения сложных инфекций, победить туберкулез до сих пор не удалось. Наоборот, проблема заболеваемости этим недугом становится все острее в некоторых государствах мира. Распространение туберкулеза прямо связано с процессами глобализации и миграции, за которыми медицина развивающих стран просто не успевает. Казахстан, согласно отчету Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности на 2016-2017 годы по фактору распространенности туберкулеза по итогам 2016 года улучшил свое положение на 9 позиций по сравнению с 2015 годом, 101 место из 140 стран и занял 92 место среди 138 стран. А чтобы обезопасить себя и своих близких, лучше вооружиться актуальной и достоверной информацией, которую я вам сейчас расскажу. Покажу слайд. Вот туберкулез – это опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является микобактерия туберкулеза, который может поражать любой орган человека, но чаще всего поражает легкие. На нашей планете туберкулезом больны 10% населения. Ежегодно активной формой туберкулеза заболевает около 9 миллионов человек, а умирает около 3 миллионов человек. 24 марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох открыл бактерию, вызывающую туберкулез. С тех пор она и носит название «палочка Коха». А этот день отмечается во всем мире как Всемирный день борьбы с туберкулезом. Что в настоящее время способствует распространению инфекции? Первое – это, конечно же, социально-экономическая ситуация. Второе – это миграция населения из стран с высокой заболеваемостью туберкулеза. Третье – это СПИД, наркомания, алкоголизм. И четвертое – это пенитенциарные учреждения, то есть тюрьмы. И пятое – это чрезвычайные ситуации, войны, стихийные бедствия. Как передается туберкулез? Туберкулез передается тремя способами. Первый способ – это воздушно-капельный путь передачи. Это при разговоре, сопровождающемся кашлем или чиханием больного. Второй способ – это пищей. Проникновение инфекции с помощью пищи, например, через молоко от больных коров. И контактный – это инфекция проникает через кожу и слизистую оболочки. Лица, восприимчивые к заболеванию туберкулезом. Это дети младшего и школьного возраста, это подростки, ВИЧ-инфицированные, страдающие алкоголизмом и наркоманией, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями органов дыхания, больные с дефицитом иммунной системы, это такие больные, которые болеют сахарным диабетом, язвенной болезнью, желудка, длительно принимающие гормоны иммунодепрессанты. Какие симптомы при туберкулезе? Да? Это первый самый такой симптом, это кашель в течение 2-3 недель. Потеря аппетита, похудание, ночная потливость, человек сильно начинает потеть, повышение температуры тела 37 до 37,5, общая слабость, утомляемость, боли в грудной клетке и кровоотхаркивание. Это уже, конечно, на запущенной стадии. Факторы риска заражения. При сохранении хотя бы одного из перечисленных выше симптомов в течение 3 недель необходимо срочно обратиться к терапевту по месту жительства. В случае подозрения на туберкулез пациенту рекомендуют сделать флюорографию, рентген грудной клетки и сдать анализ на мокроту. Какие факторы риска заражения? Это несоблюдение правил личной гигиены и общественной гигиены, несоблюдение режима дня и питания, приобщение к вредным привычкам, то есть к табакокурению, алкоголь, наркомания,
подверженность частным простудным заболеваниям, те, кто часто болеет, ослабленный иммунитет, выжимаемость микробактерий на отдельных элементах внешней среды. Вообще, в отличие от других микробов, микобактерия туберкулеза, она чрезвычайно живуча. Отлично себя чувствует в земле, в снегу, устойчива к воздействию спирта, кислоты и щелочи. Погибнуть она может лишь под длительным воздействием прямых солнечных лучей, высоких температур и хлоросодержащих веществ. Вот выживаемость микобактерий на отдельных элементах внешней среды – это вот высохшая мокрота 2-3 года, предметы домашней обстановки 8-9 месяцев, уличная пыль 10 дней, страницы книг 3 месяца, почва трупы после захоронения 1-2 года, фекалии животных на пастбищах до 1 года, масло и сыры в условиях холода 8-10 месяцев и сырое молоко до 2 недель. Рентгенологическая диагностика туберкулеза. Если в микроскопии мазка мокроты не подтверждает туберкулез, используется рентгенологическое обследование. Для своевременного выявления туберкулеза у лиц с большим риском заболевания туберкулезом используется флюорографическое обследование. Каждый больной с активной формой туберкулеза способен заразить в среднем до 10-15 человек. Первоначально микобактерии туберкулеза поражают легкие, но инфекции могут быть подвержены и другие органы. Это лимфатические, нервная система, мочевые органы, кожа, глаза. Какие меры профилактики? Конечно же, это здоровый образ жизни, включающий полноценное питание, регулярная физическая активность, полноценный отдых, здоровая окружающая среда, почаще выезжать на свежий воздух. При нашей экологии, городской суете, отказ от курения, употребление алкоголя, наркотиков, соблюдение правил личной гигиены, это мытье рук, посуды с использованием моющих средств и проточной воды, еженедельная влажная уборка помещения, жилища и проветривание. Обязательная термическая обработка мяса и молока, использование индивидуальных средств гигиены и посуды. Должна быть у каждого своя посуда, своя ложка, тарелка, кружка. Регулярно профилактические осмотры и флюорографическое обследование не реже один раз в год. И обязательная вакцинация БЦЖ. Все мы знаем, что нам такую вакцинацию делают при рождении. И, конечно же, излечим ли туберкулез? Да, излечим. И чем раньше выявлен туберкулез, тем лучше результаты его лечения. И спасибо за внимание. И помните, что ваше здоровье в ваших руках. Быстрее.